Так, акция. Малочисленная, очень малочисленная акция в поддержку рифмастера, который уже год по непонятному совершенно обвинению находится в тюрьме. Сами видите, сколько людей. Половина из них журналисты. Солдатики стоят. Ну, это как всегда. Вот. Там никого нет. Пусто, пусто, ребята, пусто. Просто почти никто не пришел, чтобы поговорить. Людей очень мало. Не знаю, может, потом потянутся, потому что суд, как бы все прекрасно понимают, что суд дело длительное, и быстро тут ничего не решается. Это как минимум несколько часов. Может, будут попозже люди. Но пока уныло, что тут говорить.